Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Дэйчима. Привет. Со мной вместе Лелуш. Привет. И сегодня мы продолжаем нашу линейку вот этих супер-мега-грифов с помощью ритуалов и покажем новый такой вот, ну как бы это не гриф все-таки, это, наверное, хотя не знаю. Короче, это шкодничество, Да, шкодничество. Короче, напишите в комментарии все-таки, что это есть такое. А я пока приступлю. Нам потребуется опять этот рунический камень и ритуал, который называется... Наши друзья не забывают нас. Камень, привет. Сейчас, подожди. Я пока буду искать. Там нужен... Где же он? Столько разных ритуалов. Вот. Аура... Называется ритуал. Называется Aura of Explosion. То есть вы берете, строите вот этот вот ритуал. Дэч, помоги ему, пожалуйста. Красавчик. Вот, строить этот ритуал на краю какого-нибудь привата. Так, он интересный. Большой такой. Ему хватает тут блоков или нет? Все, он, наверное, готов, да. Вот, после чего вы, ну, можете заприватить его, можете... Короче, что этот... Я не могу, я сейчас буду смеяться. Что этот ритуал делает? После того, как вы его активируете, все, кто находится рядом... До свидули. Спасибо! Ты пытаешься Лилуш ТПшный, Дэйч? Спасибо. Чего? Скинули в какую-то яму непонятную. Дэйч, ну убери у себя ГМ-ку, поймешь. Опку убери. Спасибо еще раз. Еще раз куда-то непонятно. Короче, есть. Этот ритуал отталкивает очень далеко людей. Если... Ну вот я сейчас, наверное... Блоков 50, наверное. 50 на 100. Да и оп, Бартоломео, да, так, хоп. Не оп, ГМ-ку надо снимать. ГМ-ку? Оп, Бартоломео, хорошо. ГМ 0. То есть вот... А, блин, это же мой ритуал, конечно. Короче, ритуал этот отталкивает людей на расстояние примерно 100 блоков, что ли. Ну вот сейчас С, Лилуш. Лилуш, ты тут? Вот, да. Попробуй подойти к нему. Вот это ха-ха. Я не вижу меня. А, вот он. Да, он то есть на к ваше... блоков... Сейчас вот даже скажу. К вашему дому, короче, никто не сможет подойти, кто не в ГМ-ке. То есть даже модераторы, хелперы не смогут подходить. Этот ритуал будет постоянно вас отталкивать, ну, их отталкивать. А если вы будете поставить этот... А если вы этот ритуал поставите, предположим, я не знаю, около чужого привата, или около спауна, или около места, где проводят... Плюс, есть идея. Что вы будете? Блоки ставить за собой за спину и пытаться... Рин, попробуй сейчас. Я профессиональный шахтер, я в шахте. Лилуш, где там? Ну. Джеронимо! А, ты это со скорость ей дал, пытается? Да. Да, в общем, вот такой вот ритуальчик. Можете использовать его на разных проектах, тестировать и баловаться и развлекаться. Вот, я думаю, короткое вот такое видео, да, Дэйч? Или там опять рекламка какая-нибудь будет? А, рекламка, ребят, короче, смотрите. Есть инфа, что в сервере, который в описании, не работают дюпы, прикиньте. Зайдите, попробуйте, то потом напишите в комментариях, я просто слышал, сам не проверял. Ну, то у меня, знаешь, подозрение, а если мы сейчас снимаем это на проекте, и тут рекламка Techo Craft, как ты думаешь, тут работает это? Конечно, работает. Конечно, работает, мы такие думаем, да ладно, не будем тут ничего исправлять. Не, ну так, ну можно сделать сервер, на котором все исправлено, а можно сделать сервер, на котором все могут пошалить. Давай про свой Facebook опять заливай. А, да, там еще, кстати, есть Facebook, YouTube, Twitter, ВК. Инстаграм. А Google Plus, вот я не спрашивал. Кстати, кто знает мою Аську, интересно? Хоть кто-нибудь знает ее? Такая давай старая. Я тебя не так спрошу, ты мою Аську знаешь? Не, ну так нечестно. Мою, твою, ты мою не знаешь. А ты мою не знаешь. А ты мою не знаешь. Начнем с того, что мою Аську вообще никто не знает. Ну все, я тебе не буду тогда писать. Вот и все. Все, пишите мне. Не пишите, да пишите мне, пишите свою Аську в комментариях. Все, всем... Всем пока-пока. До свидания. Что ты хотела сказать? Давай. Ну, я слушаю. Надо было, знаешь, так типа, а давайте вы никому из них не будете писать, а будете писать такому я. Короче, пишите, Лилуш. Всем пока-пока. До свидания.